Вот так вот заканчивается мой вечер, мой день сегодняшний. Мордашки, мордашки, мордашки. Вот этим еще глазки не нарисовала. И даже вот такие вот хвостики заячьи с лапками. Здравствуйте, молодой человек. Доброго вам утра. Доброе утро. Да. А ты уже давно ходишь в садик, расскажи. Да. Вот там люди спрашивали, детки маленькие плачут в садике. Вот что делать, чтобы детки не плакали? Ты что, дома будешь? Ага, дома быть? Да. Доброе утро. Я видела в дороге. Да? А почему вы меня не забрали? Не знаю, ты что, с куклой? Да. Молодец. Пошли, Афонь. У меня сейчас реанимация будет куриного пюре. Ой, куриного. В общем, просто пюре, потому что оно уже стоит, его никто не доедает. Я сейчас из него буду делать запеканку. Здесь у меня вот пюре. Здесь куриное мяско, обжаренное с луком, с морковкой. Сейчас еще добавлю болгарский перчик и томатную пасту, и сметану. В общем, вот это этой всей такой подливкой залью пюре, поставлю в духовку, оно запечется и будет такая запеканка у меня с пюре и с мясом. Вот такая вот мясная подливка получается. Сейчас немножечко выкипит жидкость и я буду уже собирать эту запеканку. Сено спиним. Ну там один еще окунь. Класс. Смотрите, какая милота получилась. Я вообще в восторге от такой коробочки. Это для сестренки. Самая лучшая сестре. Мне очень нравится. По-моему, прям по-девчачьи, нежно. И выехали сейчас подстригаться. Блин, и здесь засыпают дорогу, которую только сделали. Видите, вот этим гравием, камушками. Едем супер медленно, потому что чтобы они не стреляли в нас. Стригли мальчишек. Сейчас вот Гришка приехал забрать мяч. Антоша, покажись, как ты подстригся. Ясно, еще дал иголку, чтобы накачивать мячи. А, да? Гришка просто так подстригся. Антоха прям с такой длиннюхой челкой. Покажи, Антош. Гриш, там же. Садись. В общем, сейчас мы отвезем коробочку маршмеллоу и едем домой. А вот иголочка. Все, всех подстригли, справку о составе семьи заказали, завтра забирать. Сейчас с мамулей вяжем щавель. Путина послушали. В Динскую еще не ездила, мам, но я не могу все сразу. Понимаешь, в Динскую, наверное, в пятницу будет по плану. Это, что мы еще сейчас будем? Путина послушали, да, мам? На пенсию нам скоро? Тебе когда? Ну, в общем, пока еще нам пенсия не грозит, да? Паковала еще два наборчика к 1 сентября мальчику и девочке. Вот такая вот красота. Сейчас отправится к родителям. И 1 сентября у кого-то будет сладким. Эти маршмеллоу много не бывает. Вот такой вот подарок Гриша сейчас подарит на английский своему учителю. Ну вот, куда он ходит летом на английский. Потому что очень ему английский стал нравиться. Поэтому это такая благодарность, потому что сегодня крайний урок в этом году. Будем ждать на следующий год, когда наш преподаватель приедет. Я все взял. Все взял. В общем, я пойду кайфовать. Давай. Главное, еще мяч не забыть. Ничего себе, у тебя трубочка острая. Давай, Григорий, время. Она проткнула себе. Сколько там стоит? Что? Это кружка. 77. Ничего! Это вообще пластмасса! Давай! Конечно, пластмасса. Ай. Мяч взял? Мяч взял, а вот мяч не брал. Все, давай, счастливо, сынок. Пока. Я приеду за тобой. Рассказывай, что мы делали?
Да, Афоня пошел со своим кошельком, да? И все выбрал, покажи. Там еще и пульт управления, да? Да, там бочка. Угу, это бочка, да? Да, а пульт? И пульт. Все как ты любишь, да? Нет, это... Что? Это руль. Это руль, да. Да, как одевала семи. Точно. Давай садись, сейчас пристегнемся. Угу. Батарейки держи, да? Хорошо. А там и таблетку. Таблетку? Да. Ну сейчас приедем домой, хорошо? Не дай на машине. Не надо. А, ну да. У меня сейчас, короче, знаете, эти дни в режиме нон-стоп. Пряников, футбола, карате, брание всяких справок. Ставить семьи и там из донской. А, что? Сейчас еще пойду покупать канцелярию. Завтра нужно рабочую папку Антохе на сборы уже, короче, принести. И сейчас пойду в Оазис покупать. В общем, мне не скучно. КамАЗ. И КамАЗ еще купили, да? Да. Вот это радость. Бабушка с дедушкой. И еще башка Тая. В общем, подарили Афоне КамАЗ, можно сказать, да? Это ж тебе кто денежки-то давал? Дедушка Лося. А еще кто? Бабушка Галя. А еще какая бабушка? Бабушка Инна. Тая. Тая. Она ж давала тебе денежки? Нет. Как это нет? Давала. Вспомнил? Передай им привет, они посмотрят видео и скажут, что же Афонька купил на эти денежки? Расскажи. Спасибо, скажи бабушке и дедушке. Бабушкам, да? Да. И дедушке Лёше. За такую классную машину, да? Да. Сейчас, кстати, по поводу справок. Раньше приезжаешь, сразу берешь справку о составе семьи. И все, ее сразу выдают тут же на месте. Сейчас же нет. Ты ее только заказываешь и забираешь завтра. Я сегодня была, и завтра еще пойду, то есть, типа, создавать очередь. Сегодня, конечно, очереди не было уже в 3 часа, но это слава богу, что Аня мне позвонила и сказала, едь, заказывай справку, что так просто ее на завтра не взять. Вот, так что, в общем, вот такие изменения у нас теперь. Сейчас еще быстренько везем Антоху на футбол в новых тапках. Буца, да? А, как они называются? Футзалки. Давай, давай, время, котик. Нет, FIFA они делали. Футзалки, да? Сейчас, мама, это еще Ну не набирай полную, чтобы тебе было не тяжело же. Я тут накупила канцелярии. Тетрадок, пластилина, картона, альбомов, всего-всего-всего, что нужно к школе, карандаши, фломастер. В общем, вышло у меня все на 1500. На двоих. Вот, на двоих на 1500. У нас же тут водитель. Водитель, может, ты включишь свет и все покажешь? Нет. Не включишь? Почему? А тебе надо без света? Потому что тут есть фары, да? У твоего КамАЗа есть фары? Твои фуры, да? Да. Мы решили, что это фура, да? О, у меня голова босая. А, это тень у тебя такая? Да. А у меня серая голова. А каменная. Огроменная. Мамина голова огроменная. Да, огроменная голова на тени, да? Вот так огроменная, вот так маленькая, да? Ну, когда-нибудь. Вот так большая. Да.